Всем привет, дорогие друзья! С вами Пушистый Биткоин, и на моем YouTube-канале я рассматриваю самые интересные и перспективные ICO-проекты, стартапы и баунти-компании. И сегодня я хочу поговорить с вами о проекте под названием High Performance Blockchain. Сокращенно она называется HPB. И это у нас платформа, которая создана для улучшения всех проектов, которые используют структуру блокчейна. То есть данная новая технология хочет решить проблему масштабируемости и ускорить пропускную способность транзакций. А это значит, что данная экосистема ориентирована на улучшение существующих версий блокчейна, и также она будет исключать такие проблемы, как масштабирование. Но в отличие от биткоина, сеть High Performance Blockchain будет предназначена для совершения транзакций не только с цифровыми валютами, но также и с другими активами. Конечно, здесь вы можете сказать, что разработчики HPB называют уникальным решением, а это обработка более миллиона транзакций в секунду, уже далеко не новшество. То есть всем понятно, что на рынке уже есть определенный ряд проектов, которые предлагают такую пропускную способность сети. Но здесь хочу отметить, что в технологии High Performance Blockchain есть другие интересные моменты. Ведь команда HPB взяла себе за основу программный код криптовалют Ethereum и NEO. И кроме того, в сети High Performance Blockchain, помимо совершения транзакций с цифровыми деньгами, пользователи смогут передавать оцифрованную информацию. Такое решение ориентировано прежде всего на интерес в лице крупных компаний, корпораций, которым необходимо передавать наибольший объем информации. И в силу того, что проект расположен на блокчейне, то изменить внесенные данные или же похитить их путем взлома будет абсолютно невозможно. Что, конечно же, для нас, для всех на данный момент очень важно. В принципе, сейчас я могу заявить, что High Performance Blockchain все-таки недооценен сообществом. Но это, в принципе, не странно, ведь работа над ним началась еще относительно недавно. Также хочется мне отметить, что у High Performance Blockchain довольно большие перспективы, но все-таки над проектом еще нужно будет немного поработать. По планам разработчиков, данный проект будет уже полностью готов к концу 2019 года, после чего и будет запущена массовая рекламная кампания, а уже в 2020 году он будет широко использоваться. То есть отсюда можно уже сделать вывод, что если вы все же рассчитываете покупать токены HPB, то здесь вам нужно учесть, что это, скорее всего, будет на долгосрок. В принципе, я думаю, что здесь команда поступила довольно умно, сделав, точнее, назначив запуск своего проекта на 2020 год, ведь есть все предположения к тому, что правительства и граждане разных стран уже к этому времени смогут осознать преимущества блокчейна и уже начнут активно его внедрять в повседневную жизнь. И сейчас я покажу, где же вы вообще сможете купить криптовалюту HPB. Основной объем торгов данной криптовалютой состоится на бирже Bbox, где суточный объем торгов составляет 4 миллиона долларов США. Сейчас мы вводим в поиске криптовалюту HPB и можем видеть, что цена сейчас составляет 1 доллар 86 центов. Насколько я помню, по состоянию на начало апреля, это, по-моему, были 4 или 5 число, цена достигала 2 долларов 20, по-моему, центов, но также я знаю о том, что максимальный показатель находился уже на отметке 12,5 долларов. Сейчас, конечно, она немного упала, но, в принципе, я думаю, что это хороший шанс сейчас по низкой цене ее закупить. HPB использует технологию TOE, это технология для разгрузки центрального процессора и переноса функций по обработке сетевых пакетов стека протоколов TCP/IP на контроллер сетевого адаптера. Как правило, применяется она в высокоскоростных сетевых адаптерах, когда накладные расходы на обработку сетевых пакетов становятся существенными. В общем, другими словами, она используется
Здесь используется специализированная сетевая карта с чипом ТОЕ. И в конечном результате улучшается время отклика, улучшается сетевой параллелизм, снижается сложность сервера и повышается производительность ноды. И напоследок скажу несколько слов о команде. Основатель проекта Xiaomind Wang был одним из первых блокчейн-новаторов в Китае и написал 3 книги про технологии блокчейн. Также он активно участвует в различных криптомероприятиях. Он был связан с NEOS еще с первых дней. И также он является бывшим сотрудником UnionPay. Ну, а остальные члены команды относятся к таким известным фирмам, как Huawei, Intel и также другие известные китайские компании. А среди консультантов можно отметить Кай Лонг, это исполнительный президент компании UnionPay Smart, которая является дочерней компанией China UnionPay. И также он является нобелевским лауреатом Ван Сангру по физике. А среди инвесторов, как мы видим, присутствует Нео, сооснователь OkCoin. И теперь я уже могу сделать вывод и сказать, что high-performance блокчейн – это довольно перспективная технология, которая будет интересна всем действующим блокчейн-проектам. Особое внимание, я думаю, на нее обратят крупные корпорации, которые работают с огромными объемами важной информации и которые нуждаются в ее безопасном перемещении в разные точки мира. И на этом мой видеообзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. С вами был Пушистый Биткоин. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. Всем спасибо, до скорых встреч!